В аэропорту проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии между администрацией аэропорта, управляющей компанией, Роспотребнадзором, МЧС России, другими учреждениями и организациями. Профилактическая дезинфекция территории, объектов и специального транспорта аэропорта проводится в соответствии с соглашением о взаимодействии между Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю и Международным аэропортом Краснодар. Силами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проведена дезинфекция Международного аэропорта Краснодар. Данное мероприятие проводится повсеместно по краю и на постоянной основе, находится на контроле Главного управления.